Чух-чух. Привет. О, ребятушки, время 17:10. Вас 109 человек. Вообще работы нет, что ли? Ничего не знаю. Сейчас опять посыпятся вопросы. О, опять в машине. Да, опять в машине. Приехали у Саши сегодня фотосессия. Я ее привез. Сейчас тоже пойду к ней, потому что у нее прям какое-то сумасшедшее желание постоянно, чтобы хотя бы 2-3 фотографии мы сделали совместные, хотя я все это не люблю, я не люблю фотосессии. Но что не сделать? Да, бездельники, точно. Вот. Что не сделаешь ради супруги красивой? Да уж. Сейчас еще немного похудею. Вот смотрите, значит. Рожа немножко, она округлилась. Ну, лицо, давайте будем называть то, что у меня там выше плечей моих, это лицо. А если вот убрать вот это все, сейчас я попытаюсь убрать. В общем, становлюсь еще. Женька, в воде аккуратней, на Тульской видела, как ты лихачишь. Хорошо. Я, кстати, очень аккуратно езжу. Просто в какие-то моменты тебя начинает напрягать этот вот медленный поток машин. Все какие-то расслабленные. Хотя живем в Москве в такое время, что все должны двигаться очень быстро, активно. А активности практически нет в Москве. Видимо, это связано с тем, что солнце светит. И небо голубое. И все пытаются получить максимум удовольствия от погоды. Вот. Ты не в Сочи? Нет, не в Сочи я уже. В Сочи уехали. Но скоро буду там, кстати, через месяц туда приеду по работе. Не тянет на Дом 2-то? Да, честно говоря, нет, не тянет. Не тянет. Иногда, знаете, иногда хочется полететь на Сейшелы, там, на недельку, на другую. Хорошие вы люди, привет вам из Абхазии. Привет. Вот, кстати, в Абхазию я очень хочу съездить, потому что все хвалят так и говорят, что там такая природа сумасшедшая. Вот. И очень в Грузию я хочу съездить. Вот в Грузию мы собираемся, на самом деле. Жень, поздравь Ларису с днем рождения. Ларисонька, милая моя, с днем рождения тебе. Пусть все, что ты загадала, все, о чем ты думаешь, пусть все сбудется. Пусть у тебя все получится. Из-за таких козлов происходит ДТП. Вот-вот, согласен я, согласен. Потому что в носу ковыряются, зевают, о чем-то думают. Я их называю мечтатели. Привет из Россоши, привет. Есть любимое блюдо? Нет. Я все ем. Вообще все. Все ем. Единственное, что я не люблю, вот сало, жир, вот это все. Вот это я не люблю. Это. А так могу съесть все. В Армению не собираетесь? Да и в Армению тоже собираемся. Да как-то хочется. Знаете, вот у меня произошел какой-то перелом. В том плане, что все почему-то хотят уехать куда-то за границу. Там, в Америку, в Азию. Там, ну, неважно куда. Я почему-то хочу слетать в Грузию, хочу слетать в Армению, в Абхазию хочу съездить. Ну, вот. Как-то вот, мне кажется, у нас, нам очень повезло с тем континентом, на котором мы живем. У нас огромное количество разнообразной природы, местность абсолютно разная. Поэтому хочется здесь посмотреть. Украинское сало, как можно... Вот я не знаю, не люблю я сало, и все, мне не нравится. Я его пробовал и такое, и сякое, и любое. А вот мясо, которое вот эта прослойка на сале, я это могу есть, люблю. Он сам готовит, Саша не готовит. Саша, я Саше не разрешаю готовить, потому что дома готовлю я. Она иногда готовит, когда у нее появляется какое-то сверхжелание, что-то сделать вкусное, она где-то увидит. Но в целом я не разрешаю этого делать, потому что... Я считаю, что готовить должен мужчина. Вот и все. Потому что. И вообще я считаю, что мужчина готовит намного вкуснее, вот, чем женщина. Спасибо огромное. Привет, Арзамас. Вот моську отъел же. Да, да, отъел. Но я тебе так скажу. Буквально 5-7 дней на воде и гречке, как говорится. И я прихожу в норму. Моментально.
Евгений Александр, привет из Санкт-Петербурга. Привет. Жень, ты когда-нибудь предавал людей ради какой-то выгоды? Нет, поэтому в моей жизни нет тех побед, которые могли бы быть, если бы я в свое время переступил бы, предал, подставил. Вот, потому что много раз были такие ситуации в жизни, когда я мог переступить через человека и добиться какой-то определенных высот. Но я этого никогда не делал. Вот. Как говорится, доброй души человек. Так, поддерживаешь ли ты Ебарова? Ебарова, я не по в чем поддерживать Ебарова. Что он из-за своих предрассудков, из-за того, что он не может наладить общение с матерью своего ребенка, не видит из этого ребенка, из-за того, что страдает ребенок, выше прикалывает. Но он не страдает, он еще особо не понимает, но на то мы и взрослые люди. Но они ведут себя как дети, понимаете? Ебаров ведет себя как ребенок, так ему и передайте. Ему нужно взрослеть. Я к этому человеку отношусь очень хорошо, кстати, к Илье. Но передайте ему, что ему нужно взрослеть. Так нельзя делать. Он взрослый мужчина, и это нас отличает от детей, что нужно договариваться. И у меня просто были такие, ну, не такие ситуации, но были тоже столкновения, какие-то недомолвки там со второй, с мамой Мити. Но как-то нашли в себе силы и нормально общаемся. Я люблю тебя, а я тебя. Приветствую. О, Таджикистан, приветствую. Приветствую-то. Вот, Таджикистан, напишите мне. Вот, кстати, вопрос. Кто это пишет? Абдулласакиев. Вот, я вижу, что вы на аватарке сидите в дорогом костюме и в галстуке. Напишите мне в директ, я хочу с вами пообщаться, потому что я неоднократно писал и в Министерство культуры Таджикистана Республики, и мэру города Душанбе писал, и писал в газету «Вечерний Таджикистан», «Вечерний Душанбе». У меня очень известная бабуля, вот, и очень известный мой дедушка. Я хотел бы приехать в Таджикистан, мне как-то надо встретиться и снять небольшой фильм о своих бабушке и дедушке, о которых знает вся республика, о моей бабушке. Если кто не знает, моя бабуля Разия Борисовна, которая играла в фильме «Я встретил девушку», вот эта песня. «Я встретил девушку, полумесяцем бровь, на щечке родинка, а в глазах любовь». Вот этот фильм, она снималась, это моя бабуля. Если кто не знал, в Республике Таджикистан два памятника стоит моей бабуле. Поэтому я хотел бы очень... В Чечню с удовольствием бы приехал. Кстати, ни разу не был в Чечне. Вы дружите с Глебом? Да нет, мы не дружим с Глебом. Ребят, что за вопросы? Вот. А вы ведь русские. Ну, я русский, но у меня бабуля таджичка. Папа, вот бабуля, мама по папиной линии. Мама у меня русская. Ну, я русский, но во мне, как и в каждом из нас, течет огромное количество. Что ты врешь? Не вру я, правда? Вы, кстати, можете после эфира вбить в интернете «бабушка Кузина Евгения». Ну, там добавить «Дом 2», допустим, чтобы поисковик было проще. И вы увидите, у меня дед лауреат премии «Комсомола». Он снял огромное количество документальных фильмов. Это очень уважаемый человек был в республике. Бабуля у меня киноактриса, которая очень дружила по тем временам. Тогда был император Китая, и он ее лично приглашал. Она летала к нему навстречу, они танцевали танец. И были съемки фильма в Китае. Вот. Он очень любил мою бабулю. Поэтому, ребят, если кому интересно, вы можете прочитать про меня. То есть, это я вон из «Дома 2». И горжусь тем, что ваши корни из Таджики. Я тоже очень этим горжусь. Напишите мне в директ, пожалуйста, если у вас есть какой-то выход, может быть, чтобы как-то на меня обратили внимание, кто живет в Душанбе и в Таджикистане, кто не живет там, если это интересно. Потому что, вы знаете, я объясню вам ту ситуацию, которая происходит. Я человек, который никогда не забывает то место, в котором я родился и откуда я. И мои корни, они действительно из города Душанбе, из республики Таджикистан. Я родился там, я прожил там 7 лет, отучился в первом классе. И мне очень неприятно, когда таджика, вообще людей из Таджикистана ассоциируют только с какими-то работами, с какой-то уборкой. Ведь сами по себе вообще республика очень, очень богатый край на талантливых людей. Просто мало кто об этом знает, я не знаю, почему об этом не говорят. Да, Роза Акабирова, это моя бабуля. Да, Роза Акабирова, это моя бабушка. Это мама моего отца. Вот. Роза.
Русь Борисовна Акабирова, все верно. Вот видите, уже знаю. Привет, как у тебя дела? Поэтому, ребят, поэтому мне очень хочется рассказать всей нашей стране, если, конечно, это будет кому интересно, о том, что Республика Таджикистан – это великая республика, в которой жили, живут и будут жить талантливые, величайшие люди. Вот и все. Вот моя задача. Уже почитал. Ну вот видите. Привет, Нариска. Привет, Нарис. Поэтому я же говорю, вот у меня очень талантливая, известная семья. Это вот про меня можно сказать, что в семье не без урода. Но ничего страшного, ничего страшного. Жень, почему медлите с детьми? Ну, как-то так расслаблен я в этом плане. Особо не торопимся. Евгений, это твоя профессия, да? Обязательно сейчас напишу. Спасибо огромное. Если у кого есть выход. Вот, Министерство культуры. У вас есть зубная клиника? Ну, у меня нет, у меня была зубная клиника. Только феи остались оттуда. Как ты относишься к тем, кто завидует постоянно? Есть же разная зависть. Есть черная, есть белая. То есть, смотря как ты завидуешь. Если ты завидуешь и увидишь у соседа, как сосед живет лучше, чем ты, и, конечно, внутренняя зависть у тебя просыпается. Но есть два варианта развития событий. Либо ты пытаешься добиться тех результатов, которые у соседа, и уйти выше. Либо ты просто сидишь дома на диване и просто завидуешь. Тебе актером надо быть. Да, Жень, передай привет. Привет, из Балакова привет. Вы с сыном общаетесь? Общаемся с сыном. Общаемся с сыном. Саня еще молодая, успеет родить. Вот-вот. Ой, как похож на бабушку, глаза один в один. Да, спасибо. Привет, Новосибирск. Я вам во всем помогу, обещаю. Спасибо огромное вам. Смотрел «Мастер и Маргарита» режиссера Бортко. Как тебе фильм? Вы знаете, я не помню, честно говоря. Это просто супер, когда гордятся своими корнями и не забывают своих предков. Да, бабушка же... Нет, бабушки, к сожалению, нет. Поэтому и хочется снять небольшой документальный фильм. Я не прошу... Не прошу никаких денег, я не прошу... Я прошу, чтобы просто со мной связались из Министерства культуры или как-то из Таджикистана и... Как-то хочется это все... Чтобы это осталось в памяти, понимаете? Потому что люди уходят, память остается, но она тоже не вечная. И в какой-то момент все это уходит. Вот и все. А почему-то никто не хочет, никто не идет со мной на контакт. Знаете сколько? Вот я вам честно признаюсь, я очень много писал в газеты, то есть на сайт. Но я не могу написать конкретно. Там у всех есть, у мэра Душанбе есть. Мэр Душанбе, кстати, это сын президента республики Таджикистан. Его, кстати, очень хвалят. Вот. Молодой парень. Писал и в газету, и в министерство, и мэру писал. Но никто не хочет реагировать. Просто хочется немного изменить отношение людей к таджикам. Ребят, это не только работяги, которые все делают. Это еще и добрейшая нация, это великая нация. Вот, как бы кто ни смеялся и не улыбался. Которой я очень горжусь и горжусь этими корнями. Расскажи, пожалуйста, где работает Саша? Нигде, она работает в Инстаграм, у нее реклама. Почему Саша тобой не выходит в эфир? Ну, потому что я не знаю зачем. Вам на Ютубе надо свой канал, был бы... Да, конечно, Узбекистан. Узбекистан... Нет, Таджикистан у меня, я с Таджикистана. Ну, Узбекистан тоже великий народ. Узбеки тоже мне... У меня есть очень много, кстати, друзей узбеков и таджиков. Ну, Благовещенск, привет, Благовещенск. Жень, ты, наверное, единственный адекватный человек из бы. Да ладно тебе, вы вот знаете, вот другой сейчас выйдет оттуда, ты туда же, наверное. Я знаю, знаете, очень много раз встречал людей, которые встречают меня, говорят: Жек, ты самый нормальный пацан, реально, тебе уважуха, все остальные там черти. Вот. Я, правда, всегда прошу их не говорить так о тех людях, с которыми я там жил, не называть их. Вот. А потом они встречают другого и говорят: ты самый нормальный, все остальные такие. Таджики хорошие люди, ребят. В любой дом можете приехать, в Таджикистан приедете, в любой дом, в любую дверь постучите, вам откроют, вас накормят, вас чаем угостят. Вот, и вы поймете, о чем я говорю. Вообще это во всей Азии, это так принято в Азии. Это такое воспитание, это идет из покон веков, понимаете? Они как жили, так и живут. Это у нас тут все перемешано с технологиями. У нас вон сейчас человека будут бить, так все достанут телефоны, понимаете? Ну, я не обо всех, конечно, помогут, но... В общем, ладно. Дагестан тоже. Я знаю, в Дагестане был 3 раза или 4 раза. Был то же самое там, то же самое. Там встречают мама родная.
Жень, расскажи, пожалуйста, сколько денег вы тратите на одежду и продукты в месяц? Я вообще практически не трачу деньги на одежду. Единственное, что вот мне иногда там Саша там может купить какую-то маечку, джинсы там может купить. Я очень спокоен в этом плане. Я могу вообще всю зиму проездить. Там у меня 2 спортивных костюма, я в них могу всю зиму проездить. Гуру юмора, да-да-да, привет. В Китае был, Русский народ обожаю. Это, ну, русский народ, это великий народ. И в Армении также, да, в Армении также. Ну, вообще, Кавказ, Азия, это вот, у них идет это почитание старших, почитание детей, младших. А вот, поэтому, почему ты из дома ушел и из роли не вышел? Почему из роли? Вот я, кстати, такой же, как на Доме 2, это вот тебе кажется. Нет, я такой же в жизни, как был там в экране. Какие планы на майские праздники? Честно говоря, я не знаю. Вот, я никогда об этом не думал. Ну, наверное, как все... Главное, что с погодой было все хорошо, а там низкий поклон вам за искренность. Спасибо огромное. Как же охота с миром по нитке помочь себе в этом деле. Запомните бабушку. Да, спасибо. В Осетии тоже. Я не знаю, что делать, если мужчина против идти в ЗАГС, хочет жить без ЗАГСа. Ну, значит, не хочет он идти в ЗАГС. Значит, чего-то боится. Если у него есть какое-то имущество, значит, боится, что вы потом отожмете его. Если имущества нет, значит, просто боится. Но это не говорит о том, что он вас не любит. И мужчины же, они тоже очень... Они только бьют себя в грудь вот, и кричат, и бьют по столу кулаком. Мы мужики, мы там сила. Да ничего подобного, ребят. Все мужики, они очень ранимые. И если вы женщина, у вас все наружу, вы можете плакать, можете там истерить, то мужчина, он все внутри переживает. Вот. Хотя сейчас мужики тоже так истерят, что мама родная, знаешь, гори сарай, гори и хата. Подлиза, что подлиза? Не, ценность, я не подлиза, я говорю как есть. Я говорю о том, что я вижу. Мне 34 года, поэтому с высоты своих прожитых лет я знаю огромное количество национальностей, народов, и я могу с уверенностью вам сказать и говорю вам то, что я знаю. Никому не пытаюсь подлизнуть, или как вы там пишете, подлиза, такое слово какое-то интересное. Как относишься к США? Спокойно, положительно. Мечтаю попасть в эту страну. Мечтаю пройти по Нью-Йорку осенью. Мечтаю оказаться в Лос-Анджелесе. Мечтаю оказаться, не знаю, везде, в любой точке Соединенных Штатов Америки, в любом штате я мечтаю оказаться. Женя, выглядишь на все 100, прям на 100. Спасибо огромное. Жень, в Украине был? В Украине не был. Будешь ездить, ехать в Чечню, отрасти бы. Да у меня не растет борода. Вот у меня вообще ничего не растет, правда. Тут чуть-чуть что-то. Я вот могу сухой, вот на сухую бритвой побриться и пойти. У меня не будет ни раздражения, ничего. То есть в Грузию приеду обязательно. О, придурок. Добро пожаловать. А я все думал, где же вы? Огонь, мужчина, очень спасибо. Огромное. Здравствуйте, в Казахстан также. Спасибо. Я в курсе, я же говорю, я за всю Азию говорю. Кто больше может выпить водки, Черкасов, Габозов или Кузин? Я не знаю, я кто может. Вам 25 можно дать. Вот это точно, ты любишь красивое. Да нет, я же еще раз говорю, вообще не заморачиваюсь. Привет из Украины, спасибо за искренность и простоту. Приятно и легко слушать, но вот трудно мимо пройти. Вот это хорошо. Панты, что с горлом? Не знаю, что с горлом. Ну, как, какая-то рябь появилась там. Панты одни. В Беларуси был, конечно. Был много раз, был в Минске. Ну, в Минске был. Немного раз. Яйца красил. Красили с Сашей, сели. Ну, она красила, а я, знаете, на яйцо пленку одеваешь. Ну, надеваешь и воду в горячую, в кипяток. Жень, прям люблю. И я тебя. Супер муж. Ты посмотри, а? Очень обаять. Ты посмотри, где гадость? Гадость где? Где гадость? Чем на жизнь зарабатываешь? Ребят, да чем придется? В основном мое ремесло, оно связано с ведением мероприятий. Я веду свадьбы, веду дни рождения. Ведущий. Я думаю, что, наверное, это нельзя назвать профессией, больше хобби. Вот. Но ведущим работаю. Кстати, сейчас впереди лето, поэтому пишите в директ, кому нужно свадьбу провести. Вот. Сразу говорю тем, кто думает, что я за 30 тысяч свадьбы веду, не пишите. Не пишите. Я написал. Спасибо огромное. Сейчас я зайду, прочитаю. Санкт-Петербург, огромный привет.
Женька, чего? Почему ты игнорируешь вопросы про Баку? Почему игнорирую? А я, извините, пожалуйста, просто много людей пишет, я, может быть, не увидел. Лови гадость, вы же с Сашей, спасибо. Как тебе семейство Ра... Хотел бы побывать с твоим участием. А, о, это да. Можно привет Юдиной Юлиане? Юлиане, да? Юлиане или Юльяне? Привет огромный Юдиной Юлиане. Сколько твои услуги стоят? Вы напишите в директ, я вам отвечу. А за сколько ведешь? В директе, ребят. Куда поедете отдыхать в этом году? Ребят, да дай бог бы куда-нибудь поехать. Жень, у вас свое жилье в Москве? Мне кажется, это нереально. Свое жилье уже давно свое, мы уже 7 месяцев ремонт делаем. Почему ушел из театра? А я уехал, что за 31? Раскусила меня. Как убедить мужа хорошо одеваться? Да никак, ребят, либо вкус либо он есть, либо его нет. Я не знаю, как привить вкус можно человеку. Если он чувствует себя комфортно в том, в чем он ходит, значит, ему так хорошо. Не надо пытаться переделать мужчину своего, вот, так же, как и мужчине женщину. Жень, вам нужно тоже запустить такую же программу на YouTube. Осторожно, Собчак, только осторожно, Кузин. Да ради бога, кому я нужен? Кто меня боятся с тобой? Осторожно, и что? Осторожно, Кузин. Усрались все. Я очень, кстати, много... Сейчас, простите, пожалуйста. Я очень много думал о том, чтобы сделать свой канал на YouTube. Правда, очень много. Но я не могу придумать какой-то качественный контент, чтобы он действительно зацепил людей. Потому что я не хочу снимать там про девочек, про машины, про какую-то шикарную жизнь. Ну, учитывая, что этого всего нет просто. Я не привык показывать то, чего у меня нет. Вот. Какой-то, наверное, социальный больше канал, связанный с простым народом, вот с нами. Ну, вон. Казахстан, привет, привет, обязательно сохраню. Как, куда делась твоя самооценка? Да ну, ребят, я просто реалист, и я знаю, чего я стою, поэтому я об этом и говорю. Я не преувеличиваю. Это не моя история. Прекрасно выглядите, главное не стареть. Спасибо огромное. Чувствую юмор у тебя, спасибо. Вы самый нормальный человек, спасибо, что отвечаете на... Да не за что, моя золотая. Да, где Саша работает? Я же говорю в Инстаграм. Привет из Нерюнгри, привет. Абос, сын мой, привет вам. Абосу привет огромный тоже. С кем общаешься? Да не с кем, с Барзиковым общаюсь. У тебя классный сын, а ты хороший папа. С Черкасовым общаюсь. Самый главный твой козырь — это юмор. Да. Прибавил вес. Немного поправился. Ну, зима, подождите, сейчас все это. Было бы отлично видеть тебя ведущим на одном из телеканалов. Какой город рассмотреть? Твои слова, да богу в уши, моя золотая. Какой город рассматривал бы для жизни помимо Москвы? Не знаю, мне Геленджик нравится. Ну, в плане природы. Видите, я уже старый пердун, 34 года. Уже как-то хочется быть поближе к природе, что-то такое. Слепой, что ли? Да нет, почему? Я же говорю, не могу я, что вы сразу слепой? Нет, не слепой, вижу очень хорошо. Кстати, недавно проверял зрение, мне врач сказал о том, что у меня 101% зрения. Ну, такого, конечно, быть не может, но, говорит, как у орла. Вот, а нюх, как у собаки. Играл в кино, как бабушка? Нет. А, играл, в массовке играл. Принеси. А вон, я с ящиком пошел. А вон, смотрите, я чихнул. Вот видите, там 1200 человек стоит. Вот я вот в этом, в синей кофте. Вот так играл. Почему бы сделать концерт о проведении свадеб, рекламу? Интересно к тебе больше будет. Тем более мало у кого есть это. Почему бы сделать контент? А, ну вот, я думал, кстати, об этом. Как найти общий язык с людьми родными мужа? Не знаю я, моя золотая. Ты ж пишешь мне каждый эфир, спрашиваешь меня. Я не знаю. Как тебе найти общий язык с родителями мужа? Да никак, если вы не можете его найти, то... Подожди немножко, пережди, но искать в любом случае надо, потому что вы же родня. Это к мужу вопросы, это мужчина должен решать все такие вопросы. Это его родня, и он должен прийти и искать им, так, мои золотые, мама, папа, там, брат, дед, бабка. Всем молчать, это моя женщина, это мой выбор, я ее люблю, поэтому принимайте ее. Не хотите ее принимать, значит, аривидерчи. Будем с вами общаться по телефону, я к вам буду приезжать раз в полгода. Будем кушать куличи. Вот и весь разговор. Как я не могу понять? Ты каждый раз мне пишешь, вы до сих пор не можете решить эту проблему. Вишь, короле, был. Желаю тебе исключительно положительного, доброжелательного. Спасибо огромное, Колосов.
Я из Новороссийска, сейчас живу в Нижнем. Не перестану спрашивать, как тебе последнее семейство? Да какое в семье, ребят? Ну вы что это? Я не понимаю, какие вопросы. Донецк, привет. Махачкала, привет. Вчера пил алкоголь? Нет, вчера, кстати, не пил я алкоголь. Вчера что было? Нет, не пил. Когда последний раз пил с друзьями? Тимур, давным-давно. А, кого давным? Вот сейчас в Сочи был. И в Новороссийске был. Только и делали, что пили. Жень, мне тоже 34 года, но почему-то я не считаю себя старой. Привет с Нальчика. Но я просто очень самокритичен. Что ты слушаешь? Ничего. Все могу послушать. Молдавия, привет. Вероника, привет. За хорошей, давай, удачи тебе в защите диплома. Пусть все произойдет. Привет из Осетии. Приезжай пироги, шашлыки кушать. С удовольствием. Передай привет, пожалуйста, Вове Басманов, привет. На вашем проекте осталось... Дагестан, привет, счастья вам. Спасибо огромное. Жень, самый большой твой недостаток. Ой, лень, наверное. Лень, и постоянно я всех оправдываю. Вот мне кто-нибудь наговнит, а я все равно его оправдаю и скажу, но он наговнил, значит, было почему. То есть, ну вот... И я не жесткий, то есть я очень мягкий, я не конфликтный, то есть вот во мне нет этой, знаете, жесткости в том плане, что сюда вот надо сделать, нет, я очень мягкий, я дипломат, я всегда пытаюсь с человеком разговаривать, то есть я не могу долго злиться, ну как-то у меня все так, как-то все стараюсь вот... На лайте на каком-то. Ну, я не считаю, кстати, что это какая-то слабость моя там, да, там. Или там я не могу называть себя мужчиной, если я там мягкий. Я очень мягкий к своей супруге, к своим друзьям. Я не могу прийти и стукнуть по столу и сказать, что... Все, я мужчина, ты иди туда, мой стирай. Нет, у меня не такой... Кредиты. Ой, согласна, думаю, это не минус вообще. А Ростов, такси, помнишь, Дима? Ну, если увижу Дим, то, конечно, вспомню. Это недостаток, а наоборот, хорошо. Ну, может быть. А только вот девочки соглашаются с этим, что, конечно, хорошо для вас. Стрелец я, да. В Ростове свадьбу проводил хоть раз? Раз 5, кстати, я проводил в Ростове свадьбу. Чего у тебя эфиры всегда в машине? Ты ждун, чистый ждун. А вот. А мне 43 года. Я не... Че? А, тут, сейчас, подожди. А мне 43 года. Я не сказываются на... И они сказ... Я не сказ... Че? Ёк, моя золотая. Вернись. Общаешься с Бородиной. Ну, поскольку. То есть, если какой-то есть вопрос, я могу ей написать. Она там может позвонить, спросить или написать. Но этого давно уже не было, поэтому... Ты запоминаешь своих... Тимур, запоминаю. Ну, по аватарке я запоминаю. Нет, у меня зрительная память очень хорошая. Женя, вы Саша Красай, спасибо. 6 лет назад ты открывал магазин на Кузнецке. Ты был рекламным... Да, было такое, было. Что я только не открывал. И магазины, и стоматологии, и клубы, и банки пивные. По отношению к Саше изменился в лучшую... Это не мне судить, это у нее спросить. Как в Ростове свадьбе отличается, наверное, весело, задорно? Ну, как везде, ребят. Мы же живем в одной стране, и все одинаково везде. Везде все одинаково. Просто где-то шокают и гэкают, а где-то тянут, понимаете? То есть, а так, с кем больше дружишь, с Рустамом или я? Мы в ЕКБ водились. Да, Дим, ну, бизнес намечается. Да нет, какой бизнес? Ребят, посмотрите на меня, какой у меня бизнесмен. Меня через 3 секунды обманут, через 5 кинут, через 6 мой бизнес загнется. Какой из меня бизнесмен? Вот. Мне бы вот тарахтеть, понимаете, в микрофон. Я это люблю. Камера, вот это все. Что это такое? Проводник, блядь. От башки к брови, к бровям. Что с челк? Да ничего, надо постричься, ребят. Помнишь Марту Соболевскую? Нет, не помню. У тебя есть Митюша Ла? Спасибо огромное, спасибо большое. Да. Еще раз челочку. Тогда веду ведущим, да.
Локон страсти 100%. 100%. Он мне к 50 пригодится. Это единственное, что останется. Локон страсти. Женя, почему ты нашел Дон 2, сказал Дмитренко, что ему не надо петь, ведь у него есть контент, потенциал. Дима, это ты пишешь мне? Еще раз повторяю, не надо тебе заниматься этой ерундой. Каждому свое. Это Дмитрий. Привет, Дим. Ты куришь сигареты? Курю. Кент курю, единицу. Женя, правда мой? Я не знаю, как можно похудеть на гречке, честно говоря. Я вообще не знаю, зачем люди насилуют свой организм и там что-то пытаются худеть. Я вам так скажу, девочки. На каждый товар найдет свой купец. Этому ты не нравишься, что-то пытается тебе изменить, пошел вон. Этому не нравишься, пытается изменить, пошел вон. Плохо одеваешься, пошел вон. Плохо выглядишь, пошел вон. Обязательно найдется тот бедолага, который будет вас целовать с ног до бровей. Просто нужно подождать. Тарахти, тарахти, приятно слушать. Ну, красавчик, да. Витаня. Чего сидим, кого ждем? Да никого тебя жду. Жду, когда ты здесь проедешь или пройдешь, как каравелла. Все, ребят, мои золотые, всем огромное спасибо. Пробовал, конечно, но это внутреннее, знаете, самовнушение. Это ты вдруг начинаешь, я вам сейчас скажу, идет мода, и ты пытаешься за ней угнаться, или не то, что идти в ногу с модой или со временем, хотя бы угнаться. И вот все Айкос, я думаю, ну Айкос, ну раз все, значит, я попробую. Ну я два раза затянулся и сказал, ребят, ну это оно же, во-первых, там пластмасса внутри, которая плавится, и вы вдыхаете. Если вы возьмете Айкос, фильтр разберете, вы увидите там пластмассу, которая просто плавится, этим вы дышите. Вот. Во-вторых, никакого удовольствия. Я люблю курить, мне нравится курить. Я знаю, что это вредно, я знаю, что от меня пахнет сигаретами, я знаю, что это не нравится моей жене. Но я люблю курить. Ну, нравится мне курить. Мне нравится есть мясо, курить, разговаривать с вами. Мне нравится сесть с друзьями на природе, пожарить мясо, выпить холодную бутылку водки, достать из морозилки, открыть пробку, наливая в рюмку, видеть, что она как густая вот так стекает в эту рюмку, понимаете? И ты выпиваешь ее, и у тебя аж немеют все зубы, и рот немеет. И ты чувствуешь, как эта водка вот так проходит по твоей кишке и попадает в желудок. Мне нравится вот так жить, я люблю. Вот. А вся эта история про то, бросай курить, ПП, занимайся спортом, да пошло, ну вы что, прикалываетесь. Живем один раз, давайте мудохаться всю жизнь, чтобы кому-то понравиться, чтобы прийти на пляж, раздеться, и все скажут, ох, какие у него мышцы, ох, какой у него пресс. Да пошли вы нахрен со своим прессом и мышцами. Я на этом пляже фору дам в плане юмора. Этот пресс, он сегодня есть, он через 10 минут тебе надоест, понимаете? А Кузин со своим животиком... Каждый день новые анекдоты, миниатюры, танцы, стихотворения с табуретки. Да вы чё? С ума сошли! Вот это жизнь, понимаете? Пресс, кому он нужен нахрен? Только носки стирать. Вот так вот, опузяку. Фу, за водку заговорил, за эту холодную выпить захотелось. И мясо это жареное, вкусное. Стейк вот этот. Режешь его так ножиком, оттуда сок вытекает. И ты вот так хлоп. Все, да ну вас, блин, есть захотел. Фух. Приятный молодой человек, приятный. Но не всегда, кстати, иногда. Что ты ко мне идешь? Не ко мне ты? Ну, хорошо. Ну, поэтому вот такие пироги. Жень, если Саша покоровеет, как же будешь рассуждать? Буду рассуждать очень плохо. Я говорил конкретно за себя. Конкретно за себя говорил. Вот. Саша у меня, она не склонна к полноте, у нее мама очень худенькая, вот. Но если будет поправляться, ну она сама, кстати, ребята, она никогда в жизни себя не запустит. У меня Саша, она ухаживает за собой как оголделая, понимаете, поэтому с ней таких проблем не будет. Вот. Хотя я не считаю это проблемой. Вот. Женька, ты просто человек, люблю и уважаю, с Дома 2, здорово сказал сейчас, браво. Как насчет семги? Семгу тоже люблю, но больше люблю карасей. Берешь карасика речного, маленького вот такого, чтобы он аж сладкий был, и жаришь. Барабульку тоже люблю, Тимур. И жаришь его, и вот так чуть-чуть, вот карасик, вот тут голова, вот тут хвост. И вот так еще ножичком делаешь надрезы,
на сковородку жаришь. Боже мой, я этих карасей могу съесть. Ну вот единственное, вот, наверное, вот карасей могу есть без остановки. Вот это класс. Самая вкусная рыба — это карась. И скумбрию люблю. И холодного, и горячего копчения. Я тоже так люблю. Да, мне кажется, так все любят. Это вкусно, да? Блин, слюни текут. Да, то же самое происходит. Все то же самое, что и у вас. Рыбалку люблю, но я рыбу отпускаю, я ее не беру с собой. Я поймаю и отпущу ее сразу. Как сам, братан? Нормально, Жека, хорошо. На Первый канал Женю. Давайте, давайте. Я не против. Карпа бы целого. Знаешь какого? Зеркального. Вот зеркальный карп есть. Очень тоже вкусный на решетке. Будешь прекрасным ведущим на ССЛ. Что такое ССЛ? Раки я не люблю. Ну, я не то, что не люблю, я спокойно к ним отношусь. У меня Саша может вот такое ведро съесть. Иду бургер съесть. Давай. О, да, я в США мечтаю о карасях. Ну, видишь как. А вы говорите. Везде есть то, что всегда, о чем думаешь и чего не хватает. Насколько поправился? На 7 килограмм поправился. На 7. Но я могу их очень легко сбросить. Ты видел Гусева с Романец на Первом канале? Видел, ребята, видел. Так всех хватит про еду, а сегодня... Не понимаю, зачем ловить, а потом отпускать. Ну, мне жалко. Жалко, я отпускаю. Пусть к мамке плывет. Вот. Сразу опережаю ваш... ...ловят и убивают. Поэтому это не считается. Ой, да ладно, карп любой, воняет тиной, столько переело его. Ну вот видите, ну оно все пахнет, так это же настоящий карп. Это речной карп, озерный, конечно, он пахнет тиной. То, что не пахнет тиной, это все выращено в искусственных водоемах, понимаете? Где живет огромное количество рыбы, которая болеет всякими разными болезнями, потому что нет проточной воды, а если она есть, там маленькое количество. Короче, я на тему знаю это. После рака во рту как бы кедах. Нет, во-первых, после раков у тебя весь язык порезанный. Вот, потому вот все порезано, все проколото. Фу, не хочу, не люблю это. Привет, привет, ребят. Еду в ЕКБ, что скажешь про этот город? Город потрясающий. Жень, как тебе Бузова как ведущая? Меня все устраивает. Главное, чтобы устраивало ее и руководство канала, где она работает. Мне все нравится. Чувствуешь себя старым? Нет, не чувствую. Не чувствую. С периодичностью. Иногда бывает, что да. Какое-то внутреннее утомление, духовное утомление происходит. Ну, а так нет. Ну, я разве выгляжу на 34 года? Нет, я считаю. Я недавно видел 30-летнего парня. Ребята, вот там жизнь помотала. После Пасхи поправился. Да я как-то, зима прошла, поэтому... Все, ребят, второй подбородок. Что ты, второй, и третий, и четвертый есть подбородок. У меня их много. Ребят, 3 месяца назад, а вопросы все те же. Саша, да. Козявки ел в детстве? Ну, ел, наверное. Ел, потому что я помню, какие они на вкус. Значит, ел. Я же знаю, какие они на вкус. Они такие, ну, ладно. Значит, ел. Да, ел. А кто не ел? Свои-то можно. Какой предмет в школе нравился? Музыкой. Потому что я постоянно пел там. Скажи про мнение про ЕКБ. Да. Все, ребята, сейчас сядет опять телефон. Всех обнимаю. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Берегите себя. И запомните, никогда в этой жизни не меняйтесь ради кого-то. Меняйтесь только ради себя. Это ваша жизнь. И проживите эту жизнь так, чтобы когда вы закрывали в последний раз глаза, у вас были только хорошие и яркие, положительные воспоминания об этой жизни. Всех люблю, всем пока. Жизнь одна. Пока, ребят. И родителей берегите.